Конечно, я пошутил над тобой. Сегодня же 1 апреля, сынок. Очнись. Давай мы устроим с тобой войну пранков. А можно как-нибудь побыстрее? То! Граната! Ну что, папочка, испугался? Гордей. Что? У тебя спина белая. Потом ничего нет. Это что, какая-то шутка была? Конечно, я пошутил над тобой. Сегодня же 1 апреля, сынок. Очнись. Значит, я могу над тобой прикалываться? Да, сынок, в этот день ты можешь надо мной прикалываться. Над кем угодно ты можешь прикалываться. Но не забывай, что над тобой тоже могут очень серьезно пошутить. Давай мы устроим с тобой войну пранков. Войну пранков. А ты выдержишь, сынок? А ты что, хочешь проверить? Значит, война. Я тебя разыграю лучше. Я. Посмотрим. Посмотрим. Папа! А вот, держи. Это что такое, сынок? Вода. Вода? Где прикол? Ты туда плюнул, что ли? Нет. Давай посмотрим, что ты его не выпьешь. Да вроде обычная вода. Че ты здесь пить-то? Ну, конечно, давай поспорим. Ну вот и все. Я выиграл. Держи. Осталось только подождать. Ой, что-то в туалет-то как захотелось. Напоил меня водой. Никто не пройдет без очереди. No. What? Стоп. Танцы конец очереди. Какая очередь? Ты о чем, сынок? Я в туалет хочу, просто не могу. Пусти меня, пожалуйста. В очередь. Хорошо. А можно как-нибудь побыстрее? Разговорчики в очереди. Все, молчу. А то вообще никогда туда не попаду. Кажется, у меня есть идея. Стоп! Давай договоримся. Нет. А смотри, что у меня есть. Давай так, быстро. Держи. Извините. Папа, ты кока-колу пьешь? Дай мне. Нет, тебе нельзя. Ну, хоть один глоточек. Но она же вредная, сынок. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, уж так и быть. Хорошо, один глоточек, держи. О-оу. Это что такая за гадость? С 1 апреля, сынок, соевый соус. Сейчас ему будет 1 апреля. О-оу. Теперь перемешаем. Берем папин шампунь и выливаем туда краску. Блин, это что такое? Я похож на Смурфика. 1 апреля. Хороший праздник. Готовься, сынок, я иду. Кидаю гранату! Гранату он кидает. Сейчас ему будет граната.
страшилок. Думаю, хватит. Надеюсь, папе понравится мой сюрприз. Блин, а кто мусор-то здесь поставил? Ну что, папочка, испугался? Это тебе за петарду. Папа, что ты кричишь? Да ладно, какая скорая, давай его просто съедим. Ну и шуточки у тебя, папа. Да ладно, прикольно же получилось. С 1 апреля, сынок. Чечапик я ему ножки. Тебе второй заглянем. Ой, пойду за Ир Михайловичем погуляю. О, сапожечки мои. Оп. Гордей. Папочка, 1 апреля продолжается. Так, ну что, 1 апреля заканчивается. День подходит к концу. Розыгрышей, мне кажется, на сегодня хватит. И я предлагаю перемирие. Потому что я до сих пор еще в сапогах, которые не могу снять от клея. И волосы, я не знаю теперь, когда у меня отмоются. А у меня уши звенят. Я теперь не могу на кока-колу смотреть. Ну чего, объявляем перемирие? Пойдем отмываться. Мальчики. Если вам понравится видео, ставьте лайки. У нас будут скоро новые ролики. Я всех люблю и всем пока.